Друзья мои, вот так вот выглядит в ночное время торговый центр Алтуфьевский. Вот такое вот здание. Посмотрите, как в ночное время он светится. Красиво и ярко освещается. Ничем не примечательное здание, кроме своего фасада, потому что внутри, в принципе, особо делать нечего. Как вы видите, в магазине на 4-м этаже есть фудкор, стандартный Бургер Кинг, Теремок, Крошка Картошка, ну все стандартные. На 1-м этаже есть банкоматы, также здесь присутствует магазин М-Видео. В принципе, помещение большое, как бы, я зайду вам покажу, но выбор нефти. Есть аптека. На 1-м этаже есть хинкальная. Давайте зайдем внутрь и посмотрим, что же там на самом деле и какие там есть магазины. Оставайтесь с нами, досмотрите это видео до конца. Поднимаемся на эскалаторе и сразу попадаем в зону фудкора. Вот вы видите, зона фудкора на 2-м этаже. Есть KFC, есть Теремок, тайская кухня и Бургер Кинг. Итальянских ресторанов патио. В общем, небольшая зона фудкора, где можно перекусить. Сейчас как раз обеденное время и есть небольшое количество людей. В общем-то, все дешево и сердито. Единственное, что ценник, конечно, зашкаливает.
присутствует лифт. Можно подняться с первого этажа. С первого этажа на второй. Вот вы видите. У них внизу находится магазин Мираторг. Это третий этаж, фудкорт. Как вы видите, все стандартное. Бургер Кинг, крошка, картошка. Теремок. Вот вы видите нижние ярусы. Небольшой фудкорт. В принципе, скажем так, ни о чем. Спускаемся этажом ниже, попадаем, выходим сразу же на М-видео. Есть лифт, где можем подняться. Здесь магазины для сна и отдыха, женская одежда. Кросспорт, дискомфорт. Спортивная обувь. В принципе, ничего необычного, все стандартное, как для большинства московских небольших маркетов или торговых центров. Вот вы видите на видео, а также магазин Комус, канцтоваров. Некоторые магазины даже закрыты. В вечернее время народу немного. Спускаемся вниз и попадаем на нижний первый этаж. И вот уже выход. На нижнем этаже магазин оптики у нас Samsung, зоомагазин, магазин Перекресток. Ну и, конечно, сетевой магазин Литва, куда даже без них. Рыбный магазинчик, видите, цены не из дешевых. Росгвардия присутствует.